За сексуальные домогательства к 10-летней падчерице 5,5 лет колонии строгого режима. Житель Ярославля признан виновным в совершении нескольких эпизодов насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении малолетней. Мужчина находился в своей квартире вместе с падчерицей. В момент, когда они остались дома одни, у ярославца возникло влечение к девочке. Позже о произошедшем девочка рассказала матери, а та, в свою очередь, обратилась к правоохранителям.